Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Всем здравствуйте, ребятки. Это новогодний выпуск с мусорных баков. Я их расхищаю, как гиена. И в новом году желаю вам всего самого хорошего. Чтоб вас помойка не кормила никогда, как меня. И чтоб у вас всегда все было отлично. Счастья вам, здоровья и всех благ на помойке. Так, да, хватит уже тут пищать. Пора помойку драть. О! Фонарички. Дима! Фонарички берем на продажу. Рублей за 50 продадим. Дальше. Вот такая. Кормилица. Так, где все новогоднее настроение? Вот оно здесь. Вот такой сапожек наш. Вот кусочки. По крупицам, по частицам новогоднее настроение достал. На, может, кто купит у нас. На, сейчас перед Новым годом это купят. Как вам топовый транспорт? Это пушка-гонка, ребятки. Дырчик number one, вообще тема. Так, а тут кормилица пустая. Да нереально, что ли? Да как это так? Да тут крипты рыбные, крипты, все. Где техника, блин? О, шляпеточки. Тут чего? Картошечка запеченная с плесенью, о. Ты где его нашел? Да как обычно. Голубечек, ты че, примерз уже? Заболел ты, нет? Как ты поживаешь? Все хорошо? На, Дим, отпусти бедолагу. Его помойка кормит. Умеет летать он, полетел домой. Все, поехали на следующую помойку. Сука. Как это, задолбался я уже ту шляпу завозить. У нее еще тормозов нету, ни хера. О! 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 Чайник! О! О! Ага! О! На! О! На! Где? Все. А, котях. Ребят, я сейчас пока фоткался с человеком. Вынесли при нас 3D-принтер. Пацан сказал, он не рабочий. Я мечтал найти. Я тоже мечтал 3D-принтер найти. И первый раз в жизни мы нашли. Отойди! Отойди! Ребят, 3D-принтер. Это самая дорогая часть. Это головка. Ребят, вот 3D-принтер с вот таким вот прибором. Тут какая-то кнопка. О, столик с подогревом. Там. Столик с подогревом? Да, это когда печатают. Какие-то провода вот здесь всякое. Как это вести? Ребят, мы просто в шоке. 3D-принтер дорогой. Дай посмотрю. Вот, USB сюда вставляется. Вот такая фирма Tevo. Сбоку USB кабеля есть. Вот, ну, вставить можно разъем. Тут разъем под SD-карту. Снизу вот такая вот эта штука. Ребят, я в шоке, блин. Парень сказал, что он не работает. Как мы его проверять будем, я не знаю, но надо нам сейчас его как-то довести. Новый подобный принтер стоит вот столько. Это вообще не дешевая вещь. Ну, в общем, мы у Димы и сейчас чуть подразобрали его, скрутили по новые провода, чтобы нормально поставить это. Ну, вот эти разъемы открутили, закрутили. Сейчас будем проводить первое включение. Блин, интересно, какая модель? Он, по идее, сейчас включится, и вот здесь модель будет показана. Удивительная находка. Топочка. Сколько всего ж можно напечатать? О, прикинь, загорелся. Орнадо. Торнадо. Тево. Торнадо. Тево. Торнадо. Не знаю, как его включить. Там на... он же не заработает. Надо SD-карту, проволоку. Он же из чего-то печатает. Попробуем калибровку посмотреть. Я не помню, что здесь сделано.
калибровку, да, сейчас надо откалибровать, посмотреть, моторы работают у него. О, Дим, я знаю, мы будем вот такие маски на 3D принтере печатать и продавать. Ребят, топовый бизнес-план у меня созрел в голове. Помойка дарит бизнес, вот. Вот здесь буду автографы рисовать и буду вам их отправлять по почте. Вот топовые маски от Штребуха будут, чтоб по помойкам кто-то в них рылся. Вот кому есть 18, и вот это надо радить. Смотрите, что помойка дарит. Вот тут головка была печатающая. Принтер, короче, полностью рабочий. Устройство работает. Без головки, правда, он, но работает все. Обалденно. Так. От Нивы. Приборная панель от Нивы, без стрелок. Тут нет стрелок. И тут. Давай установим мне вот такой тюнинг, ребят. Как вам такую приборную панель, если мне установить? Классно, да, будет? Но это еще ее бы подключить бы как-то. Вот так вот, вот поставить. Вообще топ. Едешь, скорость у тебя все показывает. Вот спидометр, мили, скоростя. Вот. Прикольно было бы вот так вот, да? Вообще тема была. Стой. Какой стой? Блять. Какой стой? Ну. Кольцевой свет. Дима, поаккуратнее, блять. А я тебе ебью, блять. Смотрите, ребят, стойка для кольцевого света. И кольцевая лампа, вот, полный комплект. Обалдеть. Кольцевая лампа. Стоечка. Вот он рассыпан, отвечаю. Офигеть. Чехлы новые, смотрите, ребят. Для айфонов. Понятно, кто это выкинул. Так, чехольчики вот такие, может даже получится продать. О, вот это топчик. О, нифига. Блок питания с быстрой зарядкой двойной. Кольцевой свет вот этот. Мы его оставим себе. Помойка дарит оборудование для съемки видосов. О, тут целый пакет шматья. Ребят, целый пакет шматья. Обалдеть. Это берем. Даже не буду перебирать. Так. Ну ты лутайся там, я тут буду. Все вынесем, забить. Ты там лутайся, сюда сжало не суй. Сапоги, Дима. Сапоги. Сапоги вот эти за рублей 100 купят. Зимние они вроде как. Чуть-чуть мыльно-рыльного, шампунь. Тут форма, вот, кто это все выкинул. Вот, штаны. Есть еще? Тут свейп-шопа. Свейп-шопа коробка, походу. Тут аж куди. Одноразочки. Вейпы. Вот, смотрите, коробки. Ой-ой-ой-ой. Одноразочка. Кольцо в коробке. Серебряное, сильвер. Серебро. Импортное. О, вот это мне. Ага. Очки такие, это стиль. Это я буду носить. Убирай это. Дай. Топ. Топ. Лутай вынос давай. Я тоже, у меня вынос. Ребят, топовые очки помойка дарит стиль. От селфи-палки бибярить. Одноразка 20 рублей, вот такую мы продадим. Так, дальше, что у нас тут? Свейп-шопа, коробка, вот. О, нифига, какой подик был. Коробочки. Там как будто что-то еще осталось. А может и нет. Не, ничего не осталось. Так. Где еще одноразочки? Где обубяурить одноразки? Обубяурить одноразки где? Где использованные там хотя бы? О, подик, вот одноразочка. Нормально. Еще 20 рублей. Мы их продаем только взрослым, если что. В группе ВК не продаем. Оптовый у нас покупатель, так что не спрашивайте их больше. Так, ну тут Дима, он обувь сортирует, а ну New Balance и Асиксы. Асиксы вот такие подушатанные, порванные. Ну, можно взять, может рублей за 50 купят. New Balance, вроде оригинал, 38 размер, но они еще целенькие такие, и рублей за 100 купят. Музыкальная пауза.
Кормилицы лутаем зимой на пару. Шляпетки мы берем с кормилицы вдвоем. Спортивные штаны, а тут каловые массы. Эти штаны не брать я буду, а поищу-ка я нутеллу. Остатки сладкие, мало нутеллы мне. Надо взять кормилицы, то все можно продать. Помойка кормит ребятки, обалденно. А здесь вынос техники, если имеется, то я возьму. Хочу взять все с кормилицы. Дима подъезжает, голубей пугает. Шляпетки мы не берем, закупорочки. На тебе банку, на закуску ты возьми. Огурцы с помоечки бери, не спеши. Обалдуй, обалдуй. Кормилицы, Дима летит, Дима летит, Дима летит. Тюк-тюк, вот тут две кормилицы неплохие. Дима, аккуратнее. А? Сам ты аккуратнее. О, курточка. Нифига, детская. Дим, смотри, куртка нормальная. А что сейчас зима купят? Там еще внутри этот отстегивающий, вот этот вот. Полный комплект. 100. Короче, 100 рублей пойдет на продажу. Так где все находки? Где техника? О, нифига себе. Дим, это по твоей части. Трусики женские, всякие купальнички. Ну это не сезон. Не сезон? Ну да, в целом. О, нифига, оно так пахнет. Приятно, прям стиранное, блин. Чувак, там мобила. Ой, извините. Ой, ой, бля. Дима, иди нахуй. Что там? Тупо айфон, походу. Ебать, чувак. Да ну. Это 13-й. Это 13-й айфон. Да ну нахуй. Они что, вообще гонят, что? Мы то технику какую-то. Вот айфон нашли сейчас. Охренеть, он включился. Бля, я не верю сам своим глазам, это пипец. Это 13-й айфон битый. Еще и рабочий. Это полная жесть, ребят. Таких айфонов я ни разу в жизни не находил. Че, у него корпус кривой вот здесь. И вот зуб даю заблокированный. По-любому. Блядь, сейчас. А чё тут? Так. Ну конечно, нюхай бебру, блядь. Нюхай бебру. Заблокированная падла, блин. Ребят, это пипец. Ну это просто топовая находка. Я в шоке, реально. Таких айфонов. Так у меня тоже 13-й, ребят. Вот, смотрите. У меня 13-й, я его покупал за 150 тысяч на 1 терабайт. И сейчас я нашел 13-й айфон в помойке. Пиздец. Да это не то слово, чувак. Люди вообще заелись. А ну давай-ка посмотрим им в глаза. Вон там это где-то сидит, зажратая падла. Вон на бэхах они ездят. Да конечно, блин. Столько денег. И вот айфоны выкидывают, жесть. Но он заблокированный. И он, кстати, какой-то странный на самом деле. У него разрешение экрана, прям пиксели видно. А ну может, камера. Это, может Android все-таки? Может он подделка, это на Android iPhone. Но смотри, у него линзы какие широкие, топовые. Это точно не паль. Линзы прям широкие вот эти. Но у него корпус кривой. Короче, он очень подозрительный, ребят. Но это просто топ.
Слушай, если он заблокированный код паролем, может на нем нет iCloud, его получится сбросить. Ну, да. Мы попробуем его, ребят, подключить к iTunes. Но это просто бомба, ребят. И время у него неправильное. Сейчас не 3 часа 30 минут. Фонарик работает? Да, фонарик работает. А камеры? А камера, он не включается почему-то. Надо типа разблокировать. Ну, узнаем, блин. Походу его выкинули из-за того, что... этот пароль забыли, это часто бывает такое. Но такие айфоны просто ни разу мы не находили. Обычно 5, 6, там 7, но 13 это просто перебор. Это ж вышка. Сейчас самый новый это 14. Фу, я думал, в говно вступил. Ребят, это просто легендарная находка, которую я запомню на всю жизнь. Это жесть, помойка кормит. Но больше в шоке я от того, что новый такой телефон стоит вот столько. Это 13 Pro iPhone. Это просто пипец. Бэушный он продается вот столько. Но этот заблокированный код паролем. Если мы его разблокируем, в чем я очень сильно сомневаюсь, то мы ни херово так заработаем с него. Сколько сейчас положить в копилку, я не знаю, потому что нужно попытаться его сбросить. Потому что из-за блокировки он будет стоить копейки, его только на запчасти купят. Но если его в итоге удастся разблокировать, то это просто бомба будет. Короче, телефон заблокированный, продать его на запчасти получится. Айфоны 13 на запчасти заблокированные продают вот постолько. А тут битый экран, битая задняя крышка, материнка никому не нужна, потому что он заблокированный. То есть с него взять-то в принципе и нечего. Да, это крутая вещь, но он заблокированный. В нем, чтобы им пользоваться, только материнскую плату менять. И тут, кстати, вот еще прикол. Три камеры, да, находятся, а работает только одна. И не появляется вот это вот переключение, как у меня на айфоне, между тремя камерами. Странно, короче, это все. Но я проверил, звук работает, вот видео оно записывает. Короче, шляпа. Может, он даже вообще на андроиде. Я не уверен, что это настоящий iPhone. Но вроде бы он не лагает и адекватно работает. Но разрешение экрана тут очень печальное. Кормилица. Кормилица. У Димы цепь спала опять на этом дрочепеде. А я пока буду расхищать кормилицу, пока Дима не в состоянии. Вот, нашел уже куски рыбы замороженной. Вот, кусочки рыбы. Это стейки рыбьи можно жарить. Вот, рыбьи стейки. Вот они здесь. Рыбьи стейки здесь. Масло вот для поджарки. Рыбьи стейки. Вот зеда. Встречаю бабки какой-то или деда вот этот. Ну, скорее всего. Ты будешь рыбьи стейки, Дима? Вот, рыбьи стейки. Ему уже пиздец, кстати. Почему ты так решил? Он зеленоватого уже цвета пошел. Он уже полгода валяется. Я тогда рыбьи стейки вот сюда положу голубям. Они такое тоже кушают. Так, а ну-ка. Дима, рыбка. Дима, рыбка. Дима, бери рыбу. Какие-то палки, Дим. Палки-ковырялки. Андрей. Ну не рабочая, наверное. А это что за штаны? Это анорак. Это тебе носить, Дима. Это тебе носить анорак. Это китайская биба, но это нормально носить. Забирай, будешь носить. Весной. И вот эту палку, цеплялку, ковырялку продадим рублей за 50. А вот это замотаю за ленту и продам за полтос. Ну да, что это вообще за биба? Это, что это? Это пылесос такой, это для одежды, походу. Катышки будете деть. Да это отпариватель обычный. Или этот тюнинг я себе прицеплю на руль. Вот так вот тут. Вот так вот тут. Ребят, вот так вот тут. Вот, сейчас на стяжечке. Модернизация. Вот, ребят, смотрите, тюнинг. Вот, модернизация. Вот такую палку-копалку я сюда прицеплю. Я не буду ее продавать. Я сделаю из этого вот тюнинг вот такой вот. Болталки вот эти. Это болталка-тюнинг. Так что не учите меня, не говорите мне ничего за тюнинг. Я в этом деле эксперт. Вот тюнинг. Вот это Western Customs. Вот тут загородная кормилица, она часто радует. Точнее нет. Наоборот, она вообще редко радует. Падла вот это. Шляпетки. Мисс Сихти. Это что-то дорогое. Шляпетки вот эти.
Бля, лайба грязная в говне. Пиздец. Коробочка топовая. Да. Ребят, целый мешок шариков нашел для детского бассейна. Мне как раз у меня есть дома детский бассейн, а шариков нет. И теперь шарики будут. Кормилица. О, что там в пакете, Дим? А? Там мясо в пакете. Мясо? О, это свиные шкуры, обалдеть. Так это такое вкуснятину можно приготовить. Это такое вкуснятину собакам можно сготовить из этого, обалдеть. Но это тема классная, но нам это не надо. Коврики, смотрите, от машины коврики разные. Чайничек элитный, кажется. Кажется, элитный. Элитный с подставочкой, с регулировкой температуры. Чайничек, ребят. Вот это я понимаю. Только его, смотри, кто-то ковырял кнопку. Походу, пытались починить. Смотри. Ля. Смотри, ля. Если он рабочий, то рублей за 150 он продать получится. Пойдет, да, или Дима его себе домой заберет. Ну, хоть что-то, блин. Ну, чё ты, блядь, лутальщик? О, шапку бери. Да, возьми. Актуальный товар. Загородная кормилица. Что это? Фотоальбом. Дим! Ух ты! Будь стильной. Ломаю. А это что? Сюда это все вывалю. Вынос с хаты долгожданный. На загородной кормилице. Что я урвал, тебя не касается. Тут у меня вынос с хаты просто ше... Ой-ой-ой! Тут градусников капец. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть градусников. Вот такая вот зажигалочка. Обалдеть, они электронные. Ребят, что тут еще? Капец, тут сколько всего интересного, мелкого такого, прикольного. Всякие приколюшечки, штучечки. Ой-о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 й
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Помадки всякие, стелянини. Так, дальше ключики. Ты туда не лезь, вот это я отложил. Смотрите, какой брелочек, абсолютно новый. Электронные градусники, да, они ртутно-электронные. Вот еще ключики латуневые, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, фонарички вот такие вот, это приехали. Это не надо мне. Вот это латунь, вот это вот. О, флешечка, а, модем. 3G МТС, модем старенький. О, Дольче Габбана, смотрите. Мажоры покупают Дольче Габбану здесь. Здесь вот выкидывают. Дальше кошелечек вот это. А, не, это визитница. Так, всякие вот ключики. О, еще один модем МТС, ребятки. Два модема. Так, ну латуни здесь я не знаю насколько, но модемы по 100 рублей продать можно. Так, дальше смотрим, что тут. Вот такая вот зажигалочка БИК. Нерабочая, ну тоже может купят ее. Так, дальше наполнитель для лотка вот это. Ну, ключики забираем. Ну, интересный вынос, но ничего ценного в нем нет. Ну, еще брелочек вот такой, Харли Дэвидсон. Обрабрить. Минировать вынос. В смысле? Срать хочешь? Кормилица. Сюда. Дима там что-то с драчепедом возился, я первый приехал. Все себе заберу. Все топовые находки. О, это по Диминой части. Дим, я тебя откинул уже. Что такое? Это узел вещи. Не нравится? Да, они уже достали. Они достали, да. Классно. Сейчас я тебе отдам. Давай на голову. А!
Ай, каблуком прям в ногу. Ай, сука. Как вы меня задолбали, вот эта тварь, вот эта, падла. Их постоянно выкидывают. Чувак, больно нереально. Ой. Опа, тяжеленькая. На продажу за 50 рублей, может, кто купит коробку. Да возьми, по приколу посмотрим. Может, на барахолке купят. Ой-ой-ой, ой, шоколадки, мерси. Мерси, Буку. Кормилицу люблю, о, да, шоколадочки, блин. Люблю шоколад Мерси. Ты иди ты. Я аж охренел. На, пирога похавай, Дим. Шоколадочки Мерси я не дам. Ну ладно. Если ты реально будешь их есть, то возьми парочку. Я не рискну есть. Почему? Ты посмотри на их цвет. Цвет помоев. Ничего страшного. Все как я люблю. Приступаю, ребят, к дегустации. Вот эти Мерси Буку конфетки. Так, ну начнем вот с вот этой вот конфеточки. Что там случилось? Зажевала цепь. Цепь зажевала. Я кайф. Нагнался, я в одежку вошел. Дима в бриджах зимой летит на дырчике, залутник. Я угораю с Димона вообще. Посмотрите на его ноги. Ну реально, это не штаны, а бриджи. Че, Дим, ну как, не холодно? Ага. Не, не холодно. Тепло? Пиздец. Как аппарат? Как? Аппарат топовый, он. Да стой! Быстрее с места. Кто быстрее с места? Раз, два, три. Давай, давай! Чё-то Дима не может обогнать. Чё-то как-то так себе. Наравне ехали. Наравне ехали. Ой, туда. На улице так похолодало, в ребятки. А кормилица-то все стоит, все сочится, наполняется. Дырчик, давно ты катался так тупо на бензиновой технике. Прикольная тема, пойдет. Ну да. Бриджи тоже топ. Обожаю твои вот эти бриджи. Там единственное, они ни хера не короткие в реальности. Вот они. У тебя просто ноги длинные, Дим. Да, в прошлый раз мы тут подняли самую легендарную находку среди айфонов. Может, сегодня тут еще что-то выкинут эти мажоры. Так. Перед Новым годом же должны все уборки делать. Должны. Ну вот, а где мы на СХ-то с техникой? Почему их нет, я не понимаю. Это очень меня все расстраивает. Вот пару бутылочек пива. Пожалуй, я их возьму.
Ведь я знаю один сайтик, где... Ведь я знаю один сайтик. Ой-ой-ой, так это баранина. Обалдеть, оставлю бомжам. Или похабаю. Бля, пахнет приятно. Кто-то под пивко баранину покупал. Еще тут куски колбаски. Кусочек сыра. Обалдеть. Вот это люди живут, конечно. Это, кажется, баранинка, блин. Бля, такой голодный, я бы ее схавал. Блин, может она... Блин, может похавать реально. Вот эту колбаску тоже похаваю сейчас. Никого нету, есть. Тут у меня... Тут, может, есть чего еще? Вот. Одноразочка. Балдеж. Кокосовая. Одноразочка мне вот это под баранинку, под колбаску. Все, он ушел, этот типок. Я испугался, блин. Теперь смогу нормально похавать ребятки. Помойка кормит ребятки. Так. Так, ну смотрим. Баранинка вот такая вот интересная. Вот кусок мяса. Да вроде запах приятный. Запах обалденный, ребят. Приятный. Никого нету. Ебать вкуснятина. Это очень вкуснятина. Вкуснятина. Нереальная вкуснятина. Баранинка. Она еще так хрустит. Сейчас попробую. Сейчас. Ага. Сейчас буду пробовать колбаску. Но. Но. Ну, вроде она неплохая по запаху. Нет. Биба-боба. Какая-то она странная. Это под пивас или чё? Упаковано октябрь-ноябрь. 12 октября. Два месяца ей уже. Нет. Лучше вот эту попробую. Это у нас сырокопченая колбаса московская полоса Хая. Так, упакована тоже 12 октября. А срок хранения. Условия хранения носительной в воздухе 120 суток. 24 плюс 24. Так она не просрочена, ребятки. Это балык. Московская полусухая балык. Это балык, ребята. Балык. Помойка обалденно кормит. Еще и пивасик есть. Пойду теперь сытый домой. Целый пакет рюкзаков. Рюкзаки? Нифига себе. А чё, они новые?
Видишь, как будто новые рюкзаки. Нифига, рюкзак Лего, вот смотрите. Ух ты! Классный такой рюкзак Лего. Заберем все рюкзаки на продажу, может получится продать. Смотри, еще рюкзак Лего. Класснючие вообще. Ух ты! Топовые. Лего Нинджаго. Дима. Ай. Тетюшики. Тетюшик. Кактусик. Дима. Дима, кактусик. А дядя, где техника? Вот Дима. Хуйня, дядя, где дядя? Где нахуй? Тетя кормилица. В прошлый раз очень сильно она меня порадовала. Опять. Да заебал! Писюн еще выпал. Дим, подбери писюн. Так, что у нас здесь? Да голяк капитальный. Че он падает, блин? Он же так разобьется у меня. Лайбодрончик мой. Да это кормилица всегда драная. Дюдя вычевидная она или нет? Давай не будем на нее больше заезжать. Да давай, нахуй она всралась. Мы заезжаем, тут всегда разорвано все. Она себя не оправдывает. Эта кормилица себя ни разу не окупила, блин. Один раз меня. Вон до этого нашли щетку для залупы полировочную. И то она не работает. И Wi-Fi роутер шляпный. Вот такой вот залупный. Ну сегодня, конечно, и денек, ребятушечки. Печальный. Подъехал к кормилице. Так она пустая. Сука, падла. Да чё их так часто выкидывают? Этих надувных всяких слонов. Я уже третий нахожу. О, так это же макаронс. Печенюшечка макарон. Пацаны, кто будет? Будешь, Дим, макаронцу? Макаронину. Вот эту лошадочку, наверное, заберем на продажу. Их сейчас часто почему-то выкидывают. У меня дома уже такая подобная есть, только у меня слон с кормилицы. Вот такой он. Но это тоже неплохая лошадочка, заберем. Прикинь, Дим, тут позавчерашние еще коробки лежат. Кормилица вот эта шляпная, она мне вообще не устраивает меня. Она меня не удовлетворяет. Дима! Не удовлетворяет она. Ребят, короче, я приехал к Диме, хочу ему показать последнее видео. Чтоб он почитал комментарии. Что по поводу него пишут? Смотри, Димас, ты звезда. Блин, ну так звезды не живут. Где у меня второй этаж здесь? Так ты сначала на барахолку. 219 тысяч просмотров, 2000 комментариев. Ну на, почитай. Читай вслух, пожалуйста. Каждый, вот, вот они, комментарии листай. Читай вслух каждый. Ой, какой гараж шикарный у меня был, слушай, ё-моё. Это я засрал такой шикарный гараж. Ё-моё. Читай комментарии. Комментарии. Оставь его, пусть спит, как космонавт. Чё скажешь, чё ответишь ему? Молодец, Евгений, скажу я, блин. Давай дальше. Так, что у нас здесь? Домик для кота драный. Убери их от меня. Убери! Ого! Хэллоуин вроде бы прошел, а тыкву хорошенькую выкинули. Посмотрите, она даже не гнилая, тыковка какая. Как хорошо бы она на Хэллоуине смотрелась бы. Дим, будем тыкву забирать? Из нее тыквенную кашу можно приготовить, вкусную. Тыковка, ребят, топовая. Она тяжелая, капец. Нормально таки. Топовая тыква. С корешком, смотри. Что сделать? На кого-нибудь этажа ее скинуть. Кстати, да. Прикольная тема. Ну, оставим, может, кому-то тыковка вот это пригодится. Кашку кто-то приготовит. Вот так, пусть лежит. Ну, такая интересная, блин. Как кусючка, кузюм. Продаем шляпетки. Вырубай. Заходите, смотрите. Что у тебя тут, обувная? Да не обувная. Раз. Что, зуб продаешь? Или переведешься? Так, еще что? Вот эти.
Котёвы, блин. Чьи? Твои? Нет. Откуда они? В качестве долга. А? В качестве долга. Отдали. В качестве долг. Так как родили. А что у вас за организация? Да никакая не организация. Продаешь, наверное, или что-то? Еще не помню на дырок, не видит туфли, сустуса. Еще не помню, дырок, не дико сгладит. На улице, давай на улице, тут не видно здесь. Давай туда здесь не видно. Хорошо. Вместе с печником разработали. Человек печками торгует, буржуйками много лет. И вот у них, он показывал чертежи, схемы, как они делают. Изначально, знаешь, какой был план? Каждую стенку резать отдельно, а потом, представляешь, сколько сварных швов, ну, сколько. Да. То есть пока ты прямоугольник соберешься. Они теперь гнутых, да, металл. А он изобрел листогиб. Да. Я видел, это вообще пиздец. Там просто кусок весь. Он ее, значит, вот так вот свел. Вот, короче, ну понял, да? Он ее обработал чем-то, сделал вот такой острый край. Представляешь? И вот это вот основная рабочая деталь, вот это листогиба. Листогиба, да, представляешь? Круто. Вот. А там домкраты, значит. Домкраты он попреваривал. Здесь какие-то эти самые направляющие, чтобы она одновременно, значит, шла. И вот она снизу давит, представляешь, на вот такой лист металла, это тройку он гнет. Он говорит, даже четверку он гнет нормально, в принципе. Охренеть, это же надо думаться, да? И за счет этого, получается, у него корпус имеет один сварной шов, то есть, ну понял, да, он как бы сгибает, ну, сразу, да, да. И потом крышки приваривает вверх, да, и все. У него круто, у него газовый резак. У него, да, у него, он его называет плазморез. Ну да. Вообще крутяк. Отверстия он когда вот делает вот эти? Под трубу, дымоход. Вообще шикарно, просто он сейчас сверлит на дырочку сверлом шуруповертом, а потом так вставляет и... 15 секунд, все, представляешь, вот такая блямба, хоп, такая медаль, выпадает. А прикинь, болгаркой так не бац. Нет, я не представляю, чего это. Не, круги болгарские режут, но это не круг, а получается, ну, только напильником раздрачивают. Да. Просто обалденно. Не, вообще крутой человек. Ну, у него, кстати, сейчас помощник хороший тоже. Трезвомыслящий, очень аккуратный парень, вообще такой, вообще все аккуратно. Круто, сделали производство только бесплатно по факту. Ну по факту, да, он там как бы чуть-чуть материал этот хотя бы бесплатно получается. Ну в смысле, что он не так. А так такая въебка круглосуточная. Вот как он пашет. Не знаю, я так не смогу. Это он. За идею вот так умеет работать.